С хорошей, да. Мы этим же играли уже. А нахуя мы копию взяли? Чтобы у Nike спиздить. Ну, чтобы у нас не спиздили скорее. Можем, можем Волика отобрать, можно Ксина взять. Мам, типа два пика сожрали. Снова. Классика, блядь. Да ему хуже стало. Но хуже стало, да. Я вообще не против, просто у него точно был конкурс. Точно? Ты уверен? Да, у него был конкурс. Это ебан обосрался, че. Погода обычная. Не, я думаю, специально сделали, но вообще они не имеют права так делать, конечно. Да, не имеют. Это раньше, когда Зоя или Бланка в матчап игрались постоянно. И, типа именно. Если нас увидят, я думаю, разворачиваемся и уходим. Блять, профессион, холи, но мне нужна пауза. Я охуево, что сюда не стало. Да ёшь, что, что такое? Что? Блять, он заметил. Пошли паузы. А, ну ладно. Странно все. Я думаю, не то прыгнут. Хорошо. Это победа, по-моему. Ты бы сказал заранее, я бы W вкачал, типа подошел бы сейчас вообще это. Отправили бы на ВК. А ты можешь понюхать, типа, может, я W потрогаю? О, смотри. Давай, давай. Пацаны втроем просто чилят здесь. Нормально вообще? Зачем он фронт, да? Хотел бы орк, наверное. Ты хочешь через три будешь пройти? Пойдем. Давай, давай. Ну, пойдем так, с крипами просто. Так, не может привар за это подержать. Ну еще. А, не пожалей вас поставлю. Если мы можем попробовать сделать 3 вейвак раш. Чарван идет в топ, а да. У тебя надо закупиться. Давай. Сейчас чуть-чуть помедленнее. Может ли к нам Валибер зайти левел 3? Я пойду в стандарт. А то мы можем крашить. Потенциально пачку, он куда угодно левел 3 может зайти, так что будьте аккуратны. Я, кстати, в топ ползу, если он останется так. Да, я ползу в топ. Хорош. О, у тебя Воли, кстати, сверху. Да, я выйду, я выйду. Он без кушки, кстати. Помедленнее, не бей. Я уже все, не могу. Окей. Ну, у меня тоже так резко. Воли с редбафа начал. Ну, такое ощущение, что мы не можем бэкать. Можем, можем. А Лавчик что-нибудь тратил? Флэш. Воли сейчас может либо через мид проходить, либо он через резет на бот. Мере не присутствует, даже поставлю. Моя двойка отошла. Я думаю, они. Джин вернулся. Я буду сюда. Серафина ушла. Я могу, кстати, на топ сразу подойти. Он пошел за вардил. Да. Не, не просто, там слишком большая пачка, мы не хотим. Да, 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 забей, забей. Я просто прям. Мои двойки нет, но Валибир видите. Угу. Валибир на блю своем или на грампе. За вардил извернулся. Я хочу их рап. Но я недалеко, я готов с флеша поддержать. Если такие флеш сыграешь, мы убьем. Трофина нет, ребят. Металлов идет. Металлов идет. Он догорит. Он догорит. Дорожно в тебя сейчас будет это. Какая-то хуйня. Там еще Олаф ходит. Оба вернулся. Мы не сможем тут нихуя сделать. Не флешает игра. Он нет, по-моему, не флешал. Нет, вы это крашите. Он забрал два. Где я могу типа чекать по всяким па. Ну у тебя вард есть на Валибира. Блин, топы задают. Я никак не подойду туда.
Там Валибир пафит в топ тоже. Там просто 5 на 3. Я вообще никак ром не буду в темп. Я проебал. Мог бы раньше. Да не, это ультрапамятник. Воли на своих големах, скорее всего. А не хочешь шах постоять, подождать? Не-не-не-не. Блин, я просто вообще... У меня 1500. Азир, возможно, снизу завардил. Да, maybe. Серафина флешала, кстати, да? Да, чтобы добить тебя, пытаться. Так, мы деремся за что? Серафина, Джин ушли. Джин, наверное, на резет. Серафина может на мид приломить, так что осторожнее. Вообще, я бы жуков попиздился. Я могу куда-нибудь птицу кинуть. А где шестой? Мне да, еще... пока рановато. Пока рановато. Шестого. Птицу рановато. Заварду здесь, Абис. В моей двойке нету. У тебя есть свипер, чекни его варда. Лазируй. Мне нужно ДП до 6-го базируем. Вообще с ней искать. Я сейчас на жуков пойду после этого. Они на дракона, возможно. Будут размены. Аккуратно, на меду сейчас больше не стоит играть. Рафина здесь ушла на бот. Она ушла на бот. Угу. Джина все еще нету. Я иду в топ закрывать, да, там на драконе. Так даже лучше. Да, тут да, прокт, если что, есть. Валибир в нашем лесу 5 левел. Он, возможно, пойдет давить. Я вернусь на бот. Да, да. Поппи резетни, у Поппи есть ТП на дефдайве. Они вернулись, они а меня не смогут. Все нормально, все нормально. Пачка вообще нет. Могут на мид пройти, у тебя нет флеша, ты суперфлик. Да, он без комбо, сейчас только катится. Тебя просто Валибир может со стану ебать. Серафина не вернул, а вот Серафина. Я возвращаюсь. Ты на меду гига фрикил, вообще супер осторожный. Я тебя сверху сейчас вард поставлю. Зербот манус. Мейдерс колец, типа. Эх, рапторов тыкать начинаю. Я в топе приезжаю еще. Я птицу потратил. О, это хорошо, ты потратил птичку. Я шестой, кстати. Я хочу здесь хикслэшнуть. Я забираю их ред, могу в спину на топ зайти после этого. Если он не допушит еще. Ребекка. Я думал, убил. Воли может на бот зайти к вам. Можем Олафа задавить, кстати, когда он сейчас пойдет к тебе. Возвращаться на линию. Давай, понял, с големов заберу. Он пятый еще, все еще. Да-да-да. На подходе его разъебем просто. Воля идет. Воля идет, но тут ноль кемпов, да, мы можем затрапить его. Не-не, он тебя видит. Ну, типа, не совсем он видит. Не показывай, короче, нихуя. Воля получил шестой, но мы убьем Олафа на подходе просто. Сразу я в него жму просто. Но у меня флеш правда будет. Я в него камбу, смотри. Давай. Так, хорошо. Я ультану, короче. Калибер на меду. Да он потеряет все, блин. Да. Все нормально, все нормально. Он приебал на топе до пизды. Я бы еще топ краба поконтестил. Да, идет. Машрум. Я топ пока попушу. Ну, тебе нужно сдвинуться. Давай, я тебе помогу. Там Азир еще. Все, не надо уже. Валибир возвращается, идет в наш ботлес. Наш ботлес надо провардить. Видимо. Да, они могут. У нас Стефан на топе есть, если что. Вард. На наших рапторах воли. Но мы там не особо хотим драться. Рапторов я бы отдал. А вот Ред я бы подэфил. Не, мы не хотим так улынить его. Хотя там, кстати, могли, ладно, my bad. Уже не можем. Уже не можем. Забей, возможно, к вам Серафина еще вышла. Я не видел, что там Серафина на боте еще. Так, мне экспа нужна. Я очень сильно Серафину проигрываю. Подожди. Жуки и дракон через минуту. Это шестая, кстати, будьте аккуратнее. Да, Серафина шестая. Я гига монстр с бан. О, так чё? Я такой ФП даю, короче. Мы хотим, наверное, с жуков поиграть больше. Можем еще постоять, нет? Не-не-не. Я резету иду на топ. Ну мне прям очень надо. Но ты постой, ты постой. Хочу мне тут делать одной. Ну, я сейчас приду. Просто я не хочу с 1500 голды ставить на луне. Не, это правильно. Надо усилить все равно. Чтобы на бэке. С батл. Угу. Серафина все еще не здесь.
Это феномен, да? В мид ульту сдала. Я прям сюда ультую, вот с этим, блядь. Да не, нормально, да. Была вряд ли была. У меня 10 секунд ульта я на этой пачке. Ты хочешь резет мудрить здесь или что? Я хочу принять вейвер резет, если он будет больше ПП 30. Я хочу посмотреть на миду. Чё там у Сири по ХП было? Ну, он слышон. С комбой. Я без пи. Уже без кушки. Есть трапа. Окей. А Зеро не смещается. Я добью оба. Я оба добью. Он резет, скорее всего, смотрит. Нам вардик на дракона нужен, желательно. Вот у нас здесь телефон, без вы. Ну, скорее всего, сейчас на мид сдаст. Да, он ТП на мид сдал. Азир ТП на мид сдал. Я вообще у тебя на топе, я иду его давить. Короче, я ушла с бота, мне один крип до шестого, а я играю. Или вот этот вард, если мы шестого. Они сейчас дракона, наверное, будут пытаться стартануть. Блять, я ничего с ним не могу. Да, нормально. Все хорошо. На боте сейчас буду смотреть кросс-мап какой-то. Да, могут на меня пытаться. Азербот побежал, но... Воли хочет сразу дракона. Я могу подойти, но... Ну ты не успеешь, наверное. Да не, в пизду. Не, червей забрали, это ультра. А еще Азир ко мне выдвинулся. А я иду к тебе. Я очень медленно буду. Ты не хочешь драться? Там Азир, Азир какой-то. Там Азир, ребят. Он вот тут шаптает, типа, ебанет. Поппи у вас почти, кстати. Я покажу. Поппи с Сочи. А сейчас со мной можно. Со мной можно. Поппи сейчас можно. Стрела, стрела, стрела в Никачан. Поехали. Я у мида у тебя. Можешь его ультануть в любой момент. Она хил нажала, да? Я не заметил. Это было клей. Мистер Тайм Крокс. Что, похуярим? Ну, Воли вообще опасен немного. Но я лучше на полку, если он будет. Там Олаф пойдет. Я тоже мид подойду. Олаф сверху. Олаф, кстати, обоссанный. Не можно. Если он локапнет, ёбнем его. Не, давай отойдем. Хотя... Вообще втроем мы можем. У меня на комбу есть мана. У меня тоже есть мана. 40. Не, хуйня какая-то, короче. Я думаю, у меня джин отошел. Только если ты впечатаешь прям кого-то, тогда можно. Да я... Алло. Так, сука. Пойдем? Ёбаный скотч, блядь. Сей клаш. Я лоу без маны вообще. Надо уходить. Пойду чек на их ред. Я здесь джин, клаш могу глянуть. У меня я подхожу, нашел. Кстати. У меня комба есть, блядь. Ну как-то хуёво. Азир скрутой, Азир скрутой. Выходи, выходи. Да, мне флаш, меня просто копы не жмут. А что они делают? Ладно, затроллил. У меня их ред потихоньку хиляют. Иди сюда, пожалуйста. Как будто на меня идут. Я захилюсь. Я живу 4. Азир святой сделал. Да похер. Я выйду, я выйду. Даймонд, похер. Это какая-то хуйня, я триплей-то забрал на фри. Я резет, я очень силен с базой. Мы хотим за бот-тавер, наверное, поиграть. У нас вообще достаточно скоро телепорт. А, только дальше. Но я хочу, блять, там еще Геральт. У меня уже слот целый. Короче, бот варды, бот варды, patience. Мид бот варды. Я заберу топ 2 компа и пойду с тобой по бот тайверу играть. Или а shift play, стопа не забывай на мид. То есть каждый твой роум это минус плашки, скорее всего, с мида. Тоже можешь смотреть. Да, угу. У нас тут люди делали стоп. Я вышла, пока меня туда не пускают. На этой пачке можем похуярить мид потенциально. Я попробую спину. Если вейв только запустите, а может вейв просто... Я не вижу джина. Можешь шутить к Сониксу, в принципе. У меня 2 секунды. Я вот сюда ровно ульту кидаю. Я жестко заскринил. Со спины. Ну давай, 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 можем. А мы тут пиздимся, кстати, жестко. А чувак, где воевик? Я варды поставлю сейчас. Вайф валиба, олов просто. Олов спиздил. Джин, видимо, отходит от башни. Но клипы еще не скоро. Да, джин гуляет. Давайте два тавера просто. Я могу. 3 секунды комба. Осторожно только, ты можешь его застанить, но дальше... Я к вам не пойду.
Ром, ты глубоковато, конечно. Выйти просто. Вышку вы выйти. А Зеро с ультой, если что, не знаю, слушаем, блин. Я пока не жал, блин. Так, бот мы заберем, я бы за Геральда. Ты можешь и колец. Я хочу вейв забрать после этого рекорда. Ты можешь и колец. Я еще на вейв могу остаться. Ром, там на топе пачка скоро уже. Они сейчас апать будут, сейчас один бот пойдет. Вижу, вижу. Дракон минуты, это наш объект следующий. Я в мид тогда. Я такой запушу, если мы дракона берем. Я думаю, по попе сходи на бот, брат. Я на бот? Да, да, ты тогда на бот. И по ВТП все равно потеряется. Блин, я бегу, короче, по этим, что ты на фиг, я без ботинга, я... Это уже два. Я успеваю на пачку, нормально. Для этого фиком сампайр купил. Я резету, и мы на дракона идем. На топе, более на боте. Что ты, наверное, в порядке. Я ред заберу и будем играть за Дрейка. Я на миду варды зачистил. 40 секунд, скоро надо будет идти в топ. Азир, они, кстати, могут кроссмапить потенциально. У нас есть ТП на топ? Да. Ори, ты можешь на топе вообще стоять, мне кажется. А если что, к тебе попе тоже, и Рел тоже каверит топ. Как будто они хотят кроссмапить. Вы втроем, я думаю, задефите. Они сейчас кроссмапят стоп, если он дефит. Да, это не мало. Просто мы хотим отдавать тайм. Я бы принял их, я бы принял. Я бы вообще отпиздил их на кроссмапе. У нас есть ТП попик тебе, если еще. Да. Ну, скоро такой-то пошли. Столько давить будет. Мы идем в Азию. Мы идем играть. На серафоне было. О, нихуя. Были боба. Там Джина Миди. Я иду по риверу. Серфина без ульты. Серфина без ебала, а зеркало ТП тоже. Боже мой. Эш, ты мне по рибера, или нет? У меня волок тут. Так, ну мы убили кого-то. А вот там никого не поймали. Мы убили. Серфина без ульты. А зеркало без ебала. Возьмем, там W замаксил, блядь. А может мы на дракона сейчас сместимся? Да, да, мы идем. Пойдем по миду, по топу поиграем, повышки, нет? Давай, давай, подходи только сразу. Я иду. Они там заберут все равно, я думаю, это меч. Да. У нас своего нет. Рел, ты можешь... Короче, ты нам не нужна особо, можешь подкаврить челов на топе. Нечем? Дэджин, Азерташ. Отходи. Я бот, наверное, пойду приму. Меня сейчас увидят на боте, ребят. Азерташ, ну. У тебя кнопок не было или на урон или на нет? Шилд Серафина ебанутый. Он типа намного больше, чем кажется. Ладно, выбили флеш, это файн. У Серафина, у Джина. Серафина... Не, у него ультовал, да, я сказал. 22-20 сейзер флеш, 22-20. Олик флешнул в предыдущем файте. Я бэкаю за слоту. А, я не могу, наверное, бэкнуть. Че, я тапки подожду. Мне надо вейв и бэк. Я резатую. Причем дальше пройдет на этого темпа, наверное. Я на бот. Давай. Я ульта минута. Ой, Дира 0 урона по ощущениям. Да. Нам Геральда нужно реализовать, короче, каким-то образом. Я не знаю, пока куда мы пойдем. Ну, у нас сперма, мы можем типа прешерить. Я, наверное, подкаверю Ариану на топе, да, и поиграем в Таю. Бля, из-за спинки, ебать. Хочу забрать их рапторов сейчас. Надо, кстати, их резко будет купить. Мне дальше идти, нет? Турок поставить. Я думаю, на их плей будем пытаться отвечать. Они будут в топе играть, они будут топ Геральда ставить. Давайте попытаемся с моим ТП что-то придумать в топе. Мы по топ тайру сейчас будем играть. Попи ТП, если что, смотри. А попи за собой надо следить, не за Инди. Аккуратно, на самом деле, да, чудо тоже. Я по олупу иду. Вот так, он без ульты. Осторожно, пейшенс, вот тебе нельзя там идти. Я выхожу. Я-то Джарван. О, стрела прилетела. Типа глубоковато, но можно как будто бы. Я меня тайлер бьет. Я тоже ТП даю. Поэтому можно, и все. Слушай. Можем все, на мид с Геральда, типа. Давай. Я на мид возвращаюсь.
А я на мид Геральда, короче, поставлю. Я у тебя, Рома, если что, я готов зафлапить там. Не, уже не готов, уже не готов. Я готов зафлапить, уже не готов. Мид мы отдадим, а вот этот попытаемся задефать. Не-не-не-не-не-не. Да, если ты сможешь это сделать, не, я не бомба. Завезу туда, я просто да поехал сможешь, смотреть сможешь. Компы. Нет, конечно, еще. Не, сейчас там а таймеры. Можно? А можно? Можно? Да, там можно. Ну, нихуя тебе! Я бэкаю. Вот здесь можно сейчас задвигать. Это жестко, не можно. Я на резете есть еще. По-моему, он троллит. Или моновижен. Я завожу здесь. Я бы мы не отпуеваем цикл. Давай, еще не выиграем. Да я просто на самом деле я бы еще. Я бы любав, да, я бы забрал. Я бы все забрал, что есть. Я выхожу до того, наверное. Да, ушел. А Зир не охуел там? У меня есть комбо. Я охуел, у меня есть флеш у него, если ты утонешь. Блин, у нас копии есть. А, давайте да? Тир 2 заберем просто. Ну я блюд забирать пошел, короче. А вам резать после этого. Там можно вообще сторону въебать. Не хуйня, хуйня, давайте. Давай барон, барон. Пойдем барон. Барон, а Зир приступай базевой. Давай, барон. Вы хотите сразу, типа? На чем мы можем зачилить там, поебать? Давайте зачилим, просто не торопясь. Я резетну, пойдем уже за бароном. Даже бот-краба заберу сначала. Проставим варды, потрапим чуть-чуть. Если они пойдут на дракона, отпиздим их на драконе. Ой, я опять не респект. Ну у них вроде меня ловить-то и нечем. Да им сложно будет под Джарвана подменять. Я ред сначала заберу, потом перейду к вам на... Скорее всего мы за мид вообще будем пиздиться. Там Азира нужно заматчить, у нас нет ТП Поппи. Если он пойдет дальше, я бы его убил вообще нахуй на буте. Да, там куча вардов для ТП в спину. А просто там насколько не кил на Азира. Да я его вообще один, ну это сразу зашел. Если он идет, я бы ТП въебал туда и убил его. Смотри, если он идет, я бы ТП убиваю, да. Мегас. Мне кажется, я его сам убью просто. Я бегу, я ТП. Давай. Че, Торик, закинь, что ли? Там просто есть шанс, что он выйдет просто. Ну да, смысла нету. Нам это ульта может пригодиться. Я тоже подхожу, если че. Его никто не кавали. Да, Лиз, поставь кнопку. Еще мы на Шора просто идем сейчас, я думаю. А Дрейка, нет? Ну да, на Шора. Я бы поставил вард вот здесь, если они пойдут на... Ну, блядь... Я гоношару давай, просто. Я поставлю. Вы можете их остановить там чуть ли не втроем, мне кажется, на этом драконе, блядь. Единственное, они могут спиздить на Шора, но у тебя есть ульта. Заранее я только поставлю. Волейбобу выкидывай, чтобы он не ультанул. И здесь нужен пинг, поставь пинг Чедарян. Куда-куда-куда сюда? Я сейчас нам нужен. Я наверное, потанчу его. Так, Воля сверху. Поппи, иди за ним, да, развлекайся. И Ариану тоже подходи. По Волику надо, по Волику. Просто убить его? Да-да-да. Все, можно по Нашору теперь идти. По дракону потом. Я бы вообще их ред, я бы забил хуй на дракона, короче, и за их ред сыграл, а потом закончил просто. Нам этот дракон нахуй не нужен. Давай. Если кому-то атаку, нужен да. Резет, то сейчас, если... А так вообще мы можем сразу сиджить. Ради пикакси не особо, но если после вейва у меня... А кинь сюда просветку, есть Чедарян? Нету. Да не бэка Чедарян. А, блюшка есть, блюшка. Тебя могут заколапсить сейчас. У меня сейчас ИЕ просто на бэке. Мы сейчас мид-бот будем хуярить. Хорошо. Ой, да мид-топ, мид-топ. Душа у меня нет. Хуярим. Мы хуярим мид, осторожно на топе. Мы забираем. Я могу сказать, что... Мы уже забрали, если что. Да не, мы не забираем ингиб. Да, просто чилим. Сейчас еще Даряну, наверное, пойдут пиздить. Можем на следующей пачке на топ перейти. А можем вообще на этой забрать. У меня 5 без стрелы. Слушай, я могу на тебя повесить сейчас Вадира, может лететь, если он рука. Да, давай. Я готов. Окей. Я жив, типа. Медленно, медленно, ребят, нам нужен там. Мы выйдем Дрейка и печали. Да нам Дрейка похуй, я бы, блядь. По боту. С резета кому надо. Ну, давайте резет, ну, давайте резет. Надо резет. Давайте резет, ребят. У меня инфин. У меня войд. У меня ничего. Ты похуй.
Так, через мид на поботу или сразу на бот? Мид-бот. Давай мид. Попча мид, я между всеми. Угу. Значит, попча мид, остальные бот, ты по центру. Просветка есть? Да, есть, кидаю. Страфина сейчас тут будет вижен ставить. У меня еще одна есть. Хотим тут Серафина? Там. Я обхожу их далеко. Я Валибира не вижу. Ну ты можешь пиздиться, я закрываю. Серафина, Паш. О, ебись тебе. Я тут пиздюсь, ребят. Ну это наш. Давай, давай, успокойся. Я не забафферил. Не отпускай, не отпускай, не отпускай. Работа, работа. Все еще не отпускай, иди. Я закрываю Волика тоже. Валибир сдал. По-моему, Серафина без флеша. Мейн для меня можешь тратить. Там мид-пачку надо защитить. Давайте с мид-пачкой. Да. А здесь без ешки. Можно закончить, а здесь без ешки. Маны нет, думаю, тут. Не должен выйти. Это без... Хорош, бля. Джейн. Бля, я понятия не имел, что Джерван и Риана может так работать здесь еще. Ты открыл для меня что-то новое в этом мире. Да, так, я нахуй пошел конечно. Гуглить карту с Контурс, блять. Я тоже. Ну, я думаю, все что угодно вообще. У нас три персонажа, которые играют в лесу. Ну, пускай думают, блять. Просто если раз, конечно, на тебя будет ритуал игры, если что. Скорее всего. Нормально, нормально. На точке, я думаю. Я думаю, они не должны набейдить, но будьте готовы, если они подкрепать захотят. Так, что делать, дай мне. Да просто чилим, я пафлю в бот, скелимся. Мы с первого айтема гига сильны, с моего шестого гига сильны. До шестых как бы у нас не супер все. Нам скорее я всего. Да, я как запасной варик, я бы все чили скелли с фармить на топе. По максималке просто не фидить. По сути, файн. Если вы бот еще разгоните, проигра. Мели стакнулись. Кто-то пробежал возле мида и батаверка. Мы никого не видели. Не, мы никого не видели. Не-не, там просто если возле мида не пробегать, то тайверка... Короче, нас какая-то проходит. Uh-huh. Когда вот с тайвером в начале игры подходишь. Типа. Если никто не проходит, то анимация, когда крипы идут, появляется. Никто внимания не обращал на эту хуйню? Не. Нифига ты... Так, син здесь. Похоже. Бивар нужен? Нет, не нужен. Ну, на рапторов на их заебись было бы. Never settle for second. I got this. Я пойду к ним на блю прогуляюсь. Син как будто бы с реду начал. А не фани сотка. Я добью. Син на рапторах, да, он с реду начал. Я у него забрал топ лес и уйду сейчас свой просто. Хуёво. И он и не завалил. Okay. Где-то далеко он забьёт на мид. На своих волках. Сейчас он либо до ганга топ пойдет, либо в мой лес. Не бэкнул. У меня спизил Вуконг два кемпа. Да блядь. Да. Может пойти на моих големов. Я пошел на волков. Он вот здесь где-то. Хорошо. Я на волков и бот краба хочу покантесить. Ты можешь, кстати, с базы чекнуть големов. Я чек. Не знаю, если ты его можешь отпиздить, конечно. Аксин на миду. Пошел никуда. Ну хорошо, нужно помощь запушить.
Я на МБС. Да. Я тоже иду, я на МБС. Если мы здесь выебем, будет хорошо. Ты можешь хукать сюда, можешь влушать в него прям. А карту с нами тоже к вам вышли, они тут. Ну мы его чуть-чуть подпиздили и все, этого достаточно. Он, наверное, на топ краба сейчас пойдет. Я могу вообще мид посмотреть. У меня что-то с ласки там проблемы ебаные. Я иду тоже на мид. Маны не так много. А, нами не видно. Прям за крипами, сори. Нами осталось. Прыгнул. Я пошел своих рапторов чекать, ксин может быть там потенциально. Я за твоей спиной могу здесь. Я меня видел. Вуконг вроде в топ бежал. Да, Вуконг в топ бежит. Он будет краба бить. Ставь мне эту крипту. Ну, понятно, где Кси. Кси на топе. Уже с бака, кстати. Я забираю големов, резетую. Наша двойка может быть тоже резетой. Картуса не видно, но у него ТП есть. Нет, он остался. Залечились, да? Я резетую, скорее всего, нет, я бы разменял их. Хотя у нас Гвенсло пушат. Знаю, я бы разменял их еще дракона. Так, все. Never settle for second. Это вообще файн, интересно. Сори, я не думал, что он стоит, типа, на бешу. По линии. Лет, да, но он прямо там. Если подойдут, я хукну, если нет, я рекольшу. Да было тебе сказать, наверное. Да не, ну я почитал, потом подумал, но не думал, что я сдохну на него. Сейчас. Я знал, что у меня флеша просто нет. Я бы на прогулялся в их нижний лес, кстати. Картус ТП прожал. Сейчас призить будет, нами тут прячется. Okay. Может, ТП окнула. Син сейчас либо на големов, либо на жуках. Я начинаю. Ты готовься вот здесь, вот сюда, иди сразу. Сюда. И сейчас Ксин, возможно, подойдет с големов, будем его принимать. Нами может быть у вас. О. Вот он. Я думаю, мы не хотим там пиздиться. Хотя... Я выпущу, наверное. Да. Так, что там по самым... Флэш. Флэш. Экзост. Вот что там нами оказалось не очень хорошо было. Вообще мы не хотим так глубоко, то есть мы ближайшего... Если он в тебя зашел, мы по нему играем. Если нет, то не играем. Я иду на жуков сейчас. Йона без ульты. Мадрик с ультой. Я здесь могу подождать, нами без этого, без экзоста. И он, кстати, флешал тоже. Хотя на топе может быть Ксим. Ну, я понимаю. А, Ксим здесь, кстати. И я, он спиздил одного. Драться мы с ними не сможем, там пуш в нашу сторону большой. Я забираю пока. Реально, я бешу так бэка, наверное. Но Ксинать ты не увидишь. Ксим ушел. Я без ФП отошел. Я ползу с тебя на топ. Это бьешь? Я бью его. Странный ФП, он просто бан взял. Какой кринж. Так он... Ну ладно. Я могу пукнуть? Нет. Пейм. У меня сейчас шестой будет, сможем начинать разыгрывать уже. Аккуратнее на мидлейне. Вуконг в ботсайде. Я ползу на бот краба. Вообще я по нему не прохожу.
Если он попытается кушку подойти на крипов, можно его поймать за это. Без флеша. Нужно ксену подклирить, и вообще мне нужно вижен какой-то. Да, я иду. Ой, блядь. Мне пиздец. Да. Как я люблю это. Нами роумит, вероятнее всего. Ульт Йона. Я пошел за дракона, я наверное, играть. Да, да, давай. Могу я гетс. Я его пулю Дрейка. Делаю дракона. Мы не знаем, где Ксин вообще. Мало версия тролля. Я бы просто уже подскейливался на самом деле. Да, да, сори. А играем по Ксину? Он флешнул. Ксин флеш. Я немножко от темпа буду, что спец. Да, просто терпи. У меня ульта через минуту, можем снова разъебать по миду. Я, могу тоже я близок вообще к тринику, у меня 400 голды. Короче, я пытаюсь дофармить триник к респауну жуков, и будем за них пиздиться. Я думаю, мы хотим в тройке в топе на следующий графсов сыграть. Одна минута 40. Да-да-да. У нас очень сильная тройка когда сейчас. Когда я на холле оставляю. Я на банк быть на боте. Угу. Мы с ними драться вообще не можем, даже не пытайся. Я понимаю. Нужно попытаться левел 6 просто взять и все. А я думаю, големов сейчас нас. Не автоатачка, то пульта, я доберу ее. А какая тебе разница, что забирать? Так, у нас на уши стой. Колюс. Я хочу бэкнуть себе минуту. У Картуса уже ульта есть, по идее, не забывайте об этом. Да, нами. Картуса ушла. Не видно, кстати. Он может с тпщи вернуться. Я забираю големов, после этого и резетую. И будем играть за жуков. Я бэка. Я резет, я гигастронг, у меня триник. Картуса все еще нет на боте. Вернулся. Нами не видно. Смайт нажал ксин. Так, у тебя ТП... Да, сколько? Будет. Будет? Okay. Синк миду идет. Но Сиджуани, она фулл хп, ее очень трудно убить. Надо здесь около меня. Меда. Я же ТП могу нажать. А, ну, кстати, можем. Зашло. Я прыгаю на Сиджуху, короче. Не забывайте, у Картуса ульт. Паша, сварт есть у тебя? Блядь, где он еще здесь будет? Вот помогаю вам. По науту? Да, надо будет туда есть супанга. Настоящий застанен. Я даем. Рыбай глаз. Стрибы с нее забрать. Что там по ресам еще? Они все лоу? Сконцентрируйся просто на том, чтобы не идти на топе. Информация от тебя особо не нужна. Минута, просто чуть. Они не подойдут. Ну, я не знаю. Там типа... Нами, может, нам, нами могла отсутствовать челов. Okay. У меня ульта минута. Я посмотрю. Машину. Я хочу в их нижний лес потом прогуляться. У меня ульта 45 только. Надо бегать лес. На, вот пройди. Подождем здесь намечку, если она пойдет. Картус отошел. Okay. Давай прыгнем в спину. Мне 15 секунд, хотя не надо. Блин, на ТП, наверное, есть. А, блядь, еще есть. Да, осторожно, за нами могут знает. Пойти, короче, да. Я на батрак, если что. Окей. Okay. Я пошел по бот-крабу. У меня есть ульта? Вообще по миду можем с тобой играть.
Я бы посмотрел сейчас. Йонер без флеша. А ему захожу в спину. Наверное, отошла ему. Не палюсь. Он понимает, типа, я просто пушил до этого. Да, давай. Основном. Можем вниз прогуляться с тобой, Ари. Да, я вард поставлю. Угу. 30 секунд дракон, я бы за него поиграл. Потрапит тут просто людей, если кто-то подойдет. Ну, смотри, нам еще карту, карту блять. Угу. Да, карту сташу. Я около меня, давайте. Я прыгаю в него. Блять, не допрыгнул. Они будут за дракона играть. Я не знаю, сиджуха тоже тут будет, скорее всего, нужно отдавать дракона. Кроссмапить в Геральда. Шипса аккуратно следи. Я так и делаю. Это у Геральда не супер нужна. Возвращается. Я сержуху, если она дальше пройдет, можно ее убить. Она без прыжка. Ну, далековато. Не забывайте, у карты солнца есть. Да. Я тоже хочу. Мы не даем эту хуйню, не даем. Я бы подрался тут, кстати. Я попробую. Жар не ебнуть. Давай, давай, мы убьем его, наверное. Две что? Не, один нет. Все, по нами, по нами. Пин справа закрывает. Хорошо. Максим далеко. Братник Син у вас тут. А мы не можем по нему? Чего у него? Ты можешь, я на флэп. Не-не, я могу потанчить, Все, я ушел, ушел. Нет, еще не ушел, если он флэп будет искать. Я не могу подходить, что еще. Вот теперь плохо. Ой-ой-ой! ПВП уже, я не знаю, как попал. Я здесь иду, можешь вести его. Да не, тут был чал, Поздно, я на СТП, скорее всего, сейчас будет нажимать. Блин, ладно. Или нет? Или он где-то тратит? Ну, очково, anyway. Не вижу. Еще один. Камбэкали, конечно, да ладно. Так, я прямо, наверное, мид. Да, конечно. Еще пока берет, не сужает. Мне брезетнуть как-нибудь. Сейчас еще один слот. Джаптер. Карлос, возможно, тоже на резине. Я думаю, не Геральда, у меня ульта 30. Да, мы должны за бот тавер играть, скорее всего. Они свапнут, мне кажется, сейчас они бот придут. Мне тогда что, на мид бежать? Да, они свапнули. Да, конечно. Прямо стоит. Это туда. Мы в спину сейчас его зайдем. В этой игре надо... Мэйби пробивка на второй слот, это нет. Делался. Осторожно, выйди, пошли. Я не очень хочу просто себя показывать. А я... То есть он меня пробивает. А, не Геральда у меня тут вызвали. Мы не можем. Да, наоборот, его. А, меня идут сайдить. Я у тебя еще делаю, почти. Все же ультануло. Вот на тир 2 можно поиграть. А, давайте. Я на ТП нажал. Есть еще? Да, есть. Да. Нет, черт. Так, карту со стороны. Кирьон, нер. Я думаю, мы расходиться хотим. Карту без ульты. Хочешь продвинуть? Ксен флешнулся? Я не видел его флеша. Да, мне хп мало. Йонач, пришел уже, верно? Да, думаю. Да. Да, уже да. Я могу с тобой после грампа прогуляться. Я немного похилюсь, но. Если патч, он пойдет кушать, то он не улетел только что. Окей. Он может разъебать, если что. Я сломаю его просто блюм. Да бля, что за фигня? Дальше лучше не идти. Сиджаки. Я резету. Я бы хотел твои забрать еще. Я сейчас все поставлю. Ну я похуй, я ультану, если фраут. А, вижу. Ну она уже вышла, а нет. Меня вылетело, нет? Я пойду Ари пофоловлю. Фан, все фан. Я просто подвис, а пиздец. Картус на миде. Смотри, нами может выходить. У Картуса два слота. Сиджоха может роумить на мид.
Да, может. Мне пока не зачем вообще совсем. Я бы хотел на топе сейчас затаить. Опа, у меня тут сержа какая-то. У меня ТП в это же, если что. Будет. Да, я на меня задавить может, поэтому. Бля. А мы под сержой заберем топ тайр, интересно. Я думаю, нет, по спак прилетел. На боте трое. Я возможно уходить да, четверо. Да, хуярь мид, хуярь мид, хуярь мид. Мы по мид тайру идем. Карту это можно сыграть, да, хукай сразу. Это Синджуань. Это Синджуань. А, нет, тогда по тайверу, тогда по тайверу просто. Выйти, выйти, выйти. У меня карту с дед. Йон из базы мейби где-то придет. Йон без ульты. Там уже идет. Я выйду, наверное. Там. Уже подходит. Я в порядке. Топ-турт забираю, они хотят не пройти. Если дальше под этаж подойду. Хуярь топ, я думаю. Нет, я думаю, не надо. Надо мид отдефить. Да, 20 секунд, дракон. Но мы его не хотим, наверное, за него сражаться. Нет, вторая шмотка. А уже? Нет. В целом, неплохо в этой игре, не в этой фарме. Пэшенс, не забывай про мид варды всегда, когда ты по миду да. проходишь, ставь вард. Окей. Я попаду или с вами, Дрейк? Дрейка мне берем. Мы не берем, Дрейк. Да можем потянуть, как будто я просто... Да, да, да. Ты можешь попушить, пока сиджуха сдвигается на дракона. У нас в боте супер опасность вообще. Да я чувствую. Джоанник тут идет. Че, барона будет так на поте? Ну... Я вам сейчас будет охуевать заходить, я думаю. У меня ульта есть. Можем поискать его. Ну блин, если тут кто-то за ним, будет трудно. Только Гоу, если он прям дальше пойдет. Карту дальше он не пойдет. Я резет, у меня Сандерот, я очень силен. Снова. Мне кажется, они автопетрак, это сейчас. Мне кажется, там Ксен плюс Сенжи пустил. У тебя в лесу там кто-то у них был? Я на ред на нашем. У меня CD пут не могу брать, я смущаюсь тупо. Ребят, аккуратно на миди Синджи. Я бы с Гвен прошелся и поиграл бы на сайде, короче. Если что, к нам Арис даст ТП, мы почти любого победим. Че, я ред заберу только. Сломай этот вард. Ну, мы далеко, правда, все равно не пройдем. Че, че, подъедет, пошутись. Не знаю, что я здесь, не должен понимать. Я на боте. Ботин. У меня еще есть время здесь подрочить. Карта без пуша еще. Я думаю, ничего форсики будут. Я бегу бот. Надо скоро принимать. У меня на бэке предмет. Так, вообще это сержа не имеет права на шпинки ломать. Я бэкать могу, да? На боте может быть ксим, короче, мы точно не знаем. Что у меня такое желание в третий слот себе мап купить. Карта уже кусается сильно. Маф, БТ, просто купи себе, блядь, и все. Ну, я и бот, урона не будет, если инфин не взять, скорее всего. Да нормально будет, БТ нормально. Мау уже. Так, я люблю вейп, я просто чилю. Сиджи не видно. Сиджи видно. И он спустился, я запушиваю. Да, давай, 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 давай. Они а могут посмотреть на шоры, но у нас варды есть вроде. Они вот здесь могут стоять и зингежить тебя, Чидорян. У меня палка. Палка. Да, вроде с вами тут. Я сломаю. Я думаю, что я матч Йоды пока что, потому что он Гвен зарежет типа, риски. Да, меня он зарежет. Я все же зато нормально. Именно я думаю, зарежу весь, честно. Я убью. Типа, ты можешь вот хороший да, забирать. Да, я думаю, на боте забрать, я guess.
Я иду туда пиздиться. Бля, у меня палка не купилась, ёбаный рот. Мы не можем его отпиздить сейчас, он не охуел там? Я на нем, кстати. Они... Они её сняли, не успели. Блядь. Я не видел, что у меня на стаке не цикл. Может, он стакнул. У меня нету близки. Осторожно, сам. Нормально. Кстати, они на шорн делают? Я не норм. Можете? Я да. Уже можете остановить. Гвен, просто иди резать, На, вот нападай прямо сейчас. Ближайшего просто ебите и все. Зарян осторожно. Все. Просто по ближайшему. Здесь еще есть. Я вас бросаю, короче, я без КП. Как бы сплэшнул зачем-то. Даешь? Да, конечно. Он без ульты, Йона может ТП смотреть. Мы можем на Шора посмотреть сейчас. Я стартую или нет? А, нет, ты не стартуешь, давайте ТП, давайте ТП, все ТП. Йона может ТП спину, у нас могут быть варды в спине. Мы все равно выиграем. Главное, чтобы Щидаряна не убили просто. У тебя лайфстил есть, Щидарян? Нет, нет. Так, фроптики где-нибудь посмотри. Теперь Йоны зарежут, если что. Вот здесь только может быть варта. Ну, я же не один. Джинкс надо очень аккуратно стоять, чтобы барон не бил. Йоны без шилба, мы его хлопаем, by the way, под чар. У меня есть ульта, там Йона ТП, я бы него ультанул сразу. Джинкс, мини позицию вверх, вверх, отходи. А, это вообще... Сержа, давайте закончим просто. Вот Йоны. Йоны сейчас прыгнет. Он чарный, он чарный. Я убью Йона. Кайт по этой хуйне. Под раконом, да? У меня еще есть дэш. У меня еще есть дэш. Карм 4. Хорошо, а по миду ингип, ингип, ингип по миду. Хорошо. Так, мне надо бэкнуться, у карты сейчас будет тер, мне надо бэкнуться. Мне надо бэкнуться. Джоня 15. Я тебе должен бэкнуться. Да. Давайте тир 2 и дракона. Хотя я не знаю, мне кажется, мы и тир... Вы можете, наверное. Карту без флеша, базивай. Карту без флеша. Я могу флешнуть и... Вот как сейчас. Да. Хорошо. Я только на середине лейна. Но у нас нет времени гиб забирать. Это длинная атака. Ну да, пизду. Давайте в темп. Бэк, темп. Бэк заберите, типа, ну нет. Вообще не совсем бэк забираем, лес, ред забираем, ну, дракона. Я имею в виду не бэк, а дракона. Ну типа да, лес, ред, дракон, лес. Можно похилиться. Знаете, дракона. Винк, помоги, давай, его раз. Ну, еще много подфармить. А можешь первый? Я понял, пойдем. Да? Ты хочешь голду? Да, да, да. Ну ты просто скажи. Да. Забери эту хуйню. Стоп. На боте тайвер супер важный, я резет. Я мне ничего покупать, там как-то больше. Не бэк, не Рабадон. Или че, или не трузи Рабадон. Рабадон, конечно, не, Рабадон. Не, Рабадон фуеет еще, бля. Бот-сайд? Можешь Рабадон покупать, всегда Рабадон. Мы уже, короче, сметаем их просто. Мид-бот, да. Мы сметаем в тимфайте, Гвен просто прими топ-пачку, супер аккуратно тебя могут кросить. Okay. А мы должны дождаться ее, потому что у нее нет ТП, нам нужно тоже поаккуратнее. Сейчас на миду могу... Там на джинкс немного, типа, алауте, ребят. Ну, так нельзя, типа. Да, вот на миду супер важно вар сейчас поставить. А надо запушить мидвейв. Гвен без ТП, мы не можем портить ботик. Да, мы ждем, пока Гвен отпушит вот сейчас пачку на топе, она пойдет к нам, и тогда мы... Смещается в мид, Гвен после пачки, типа, да. вы ко мне, Гвен на мид. Так, они здесь, скорее всего, как будто они все тут, короче. Я не знаю, Йона ультанул, это супер не ворд для него. Блин, у меня откатится, у меня 16 левел, он катится быстро. Йона без ульты. Окей. Мне тут одному стрём. Я пошел и пить. Иди, мы всех видим. Йона один хп. Без ульты. Я сейчас чар не ебу ему. По нами. Не попал. Я еще далековато, но это хорошо. Так, бот, вейв. Давай мид. Йона откилился. На боте один останься, Мадри, короче, допустим. Да. Будет скоро. А мы победим. Нас помнят, Йона без ульты. Если вы не техните, мне так надо играть. Вышла. Просто по миду. Не отбывай, играйте, пожалуйста, отбывай. Сейчас карты будем полки. Да какой он отвечу? Ульта 3, Йона без ульты. Смотрите, какую 3, Джинкс керти без пуша. Включайтесь бот, го-го-бот. Да. Джинкс супер аккуратно, тебе прям вообще за километр перед собой трапы ставь, то они тебя не спасут от ульты Йона. Мне очень очково остановить. Я брат, ебать, ты темпово отходишь. Я буду смотреть чар, если что. Мы здесь деремся? Да. Но он в пути. Я взял. Йона шла? Бить Йона. Продолжаем, сейчас чар будет. На еду. Я не знаю, нахуй я брал, что там. Можем по тайверу, просто по тайверу.
Я бэк-тп-р ебу, гейте тайвер, на рейнбэ джинс. Окей, я бэк-тп-р ебу против Леандри. Тиков. Мид? Да, мид он гиб. Осторожно, ребята. Давай, давай, давай. Но есть для вас ульта, типа... Нет, ты умрёшь, ты умрёшь. Резеты? Чем можем их убить, если они дальше пойдут за углом? За углом можем подойти. Давайте им дать мне бак-тп. Смотрите. 6. Он охуел, Джимми, бей его. Ульта 10. Так, там Йона может через 10 секунд там тп в спину нажать. Я бы резетнул, нам нахуй не надо тут ничего делать больше. Сори, Пэш, что-то я одно время нужен. Бля, какую-то хуйню я там купил, типа кусок. Я не знаю, блядь. Fuck me. Fuck me. Сейчас продам ее нахуй. Дай продам их. I'm so big. Average midja enjoyer, блядь. Sorry. I can't exist. Я забираю ред, резетую за стираком. И мы идем просто мид-топ, я думаю. Я покупаю его, когда мне нехуй купить, если что. То есть у меня литерально... Одного на топ пускаем, остальные в миду или как? А, вообще нам наоборот надо скорее, но... Видимо, уже так. Maybe group. Давайте maybe 4 мид, 1 топ. 4 мид, 1 топ. Я с резета, ребят. Окей, я тогда на мид встану. Ты на боте вообще должен... А, у тебя нет ТП? Бля. Ладно, похуй, на боте отпушат крипы. Дождитесь меня, я с базы бегу. Да на бот срать как будто, просто сторонами. Не, не срать, типа. Лишь ну вообще срать, он не успеет. Он не успеет запушить. Пока что срать. Гоп, он 2, не успеет просто забрать. Да. В тир 2, потом в тир 3. Стой, короче, пришли, стой с Вуконгом фултайм, я наутилуса бегай. Не со мной, брат, не со мной. Да, я наутилуса на твои 2, они короче. Не, я вообще. Я вообще через мид. Бегай, брат, иди сюда. Все, идем. Тогда даймонд. Я бы заклапсил сейчас, на эту хуйню ебаную. Убить эту суку, убить его нахуй. Дэмэдж, блядь, не дашь. Я с ультой, я буду инъедж по тайм, готавить по тайм, йоу. Аккуратно. Дэмэдж. Окей, next time. Я могу слышаться инъедж, если вы говорите. Не торопимся, не торопимся. Сейчас им мид надо отпашивать еще. А мне зачем спешиться, Женя? Да. Сними вард. Да. Хорошно, пейшенс. Блядь, next wave я инъеджу. Если они дефают, буду драться здесь. Здесь сюда. Я по ксену пошел. Я просто повыше. Я на резете. Я в команду в чар. По йона, давайте йона. Он ушел. Карту сплэш. Я еще по таверам просто работаю. Жарты секунды без рыбки по идее. Додж картуса. У меня есть флэш будет по йона, если что. Ну все нормально. Эндим просто. Я не попал. Sorry, guys, что-то я вообще. Нормально. Тебе раньше надо было остановиться просто ин. И все. Да.